Вашему вниманию представляется проезд по отрезку западной части кольцевой дороги Санкт-Петербурга. Проезд по дамбе, комплексу защитных сооружений города от наводнений, краткое посещение города Кронштадта, Морского собора и проезд по второй части дамбы. Кольцевая автомобильная дорога вокруг Санкт-Петербурга – это автомобильная дорога общего пользования федерального значения, располагающаяся на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Большая часть дороги проходит в окрестностях административной границы города и области и является скоростной дорогой. Общая наземная длина КАД составляет 116,75 км, а с учетом участка, проходящего по комплексу защитных сооружений Петербурга от наводнений, 142,15 км. Протяженность восточного полукольца 66,7 км. Протяженность западного полукольца 50,68 км. Категория автомобильной дороги на всем протяжении 1А автомагистраль. Количество полос движения от 4 до 8 полос на различных участках, что спроектировано в зависимости от транспортной нагрузки. Максимально допустимая скорость движения – 110 км в час. Количество транспортных развязок – 26. Количество мостов, путепроводов, эстакад и тоннелей – 106. Вдоль дороги предусмотрены места для вертолетных площадок. Имеет обозначение А118. Трасса кольцевой дороги связывает все основные дорожные магистрали, расходящиеся из центра Санкт-Петербурга в направлении Москвы, Мурманска, Хельсинки, Киева и Таллина. Также автомагистраль является важным элементом стратегического транспортного коридора Юго-Восточная Азия, Европа с выходом через Финляндию. Дамба сдана в эксплуатацию в 2011 году. Протяженность дамбы около 26 километров. Thank you.
Кронштадт расположен на острове Котлин. Основан 18 мая 1704 года. В 1723 году Петр I заложил строительство крепости. Кронштадт дважды успешно отражал атаки шведов. Выстоял в Великую Отечественную войну. До 1996 года, как военно-морская база, был закрытым городом. На сегодняшний день население около 44 тысяч. Административно входит в Санкт-Петербург, являясь его районом. Кронштадт означает «город-корона».
Морской собор святителя Николая Чудотворца, Никольский Ставропигиальный морской собор, последний и самый крупный из морских соборов, построенных в Российской империи. Сооружен в 1903-1913 годах в память чинам флота, погибшим при исполнении служебного долга. Построен по проекту архитектора Косякова в неовизантийском стиле.
это есть. Это есть.